Док будет учиться играть на Элдер Титане. Ну и начинаем смотреть игру. Вам напомним, что вы не уходили, что после этой игры будет маленькая пауза. И Na'Vi сыграет с Fnatic. Ну и напомню вам, чтобы вы покупали билеты на Star Ladder. Это важно, важнее всего. Вы видите, призовой фонд, ну, здесь неправильно, здесь 50 тысяч должно быть. Уже 69 175 долларов. Напомню, за каждый купленный билет вы получаете сет на Вивера, батл бонус на неделю и 2,5 доллара идет в призовой фонд. И одобрение от хвоста. Ну что, товарищ... Отлично просто. Имашип сыграет нас на Личе. Кейкс играет нас на Тимберсоу. В миде будет... Это Соломид Джаггернаут. Вот так вот. Да. Да, Слисель играет нас на Патме. И Жубей будет играть на Магнус. Смотри, что он за дроп и читер. Давай за Магнус. На лаунже 16% на Альянс, 84% на ПБС. Это, по-моему, ошибка, да? И 6.34 коэффициент на ПБС. Это 3.22, только в два раза больше. Ну и давайте смотреть за игру. Здесь понятно, кто на ком. Аки на Чене, ЕГМ на ЦМке, Лода на Найксе, в миде С4 на этом. Рейдж на первом левеле, это слабаком надо быть вообще. Я ливаю с этого турнира. Я хочу в Швецию. Или в бар Brothers. Это Глеб. Это адмирал, адмирал Хаддох. Адмирал, умеешь играть на этом? Он говорит, я знаю, что иллюзия делает. Ну давай. Да, мы знаем, нам опять-таки наш статсмен выдавал информацию, что это вторая игра в профессиональной доте у Фаника. Но я имею в виду на Элдер Титане. Я не помню, когда ты первый раз играл. Ну и давайте наблюдать за игрой. Так, С4 против товарища Рью. Как у него ник начинается? Как у него ник считается? Рью. Да не, не бегай. Рью, Бон. Русский Борис называется. Рью. Рью Борис. Ну да, Рью Борис. Борис. Короче, будет, будем называть его Борис Бритва. Так понятнее. Ну что, в миде? Выигрывает немножечко мид здесь товарищ Рью. Посмотрим на топе. Товарищ Слисель фармит против Адмирала Бульдога. Ну и снизу Лода. Снизу Лода против товарища Кейкиса. Пока мы понимаем, что в леса бегает ЕГМ и С4. Извините, ЕГМ и С4. ЕГМ и Аки, конечно же. Ну, рано или поздно они встретятся где-то там на линии. Ну а здесь С4 забирает тем временем ДД. Ну и все, у него Аки. Увел с собой крипов, сейчас вернет. Он, смотрите, что творит. Ну, тут был Лич, ну, почему-то не стал он крутиться. Ну что, я думаю, что С4 просто-напросто развернулся бы, из ДД начал напиливать бы этого Джаггернаута. Было бы очень-очень печально. Так, ну что, СВО. Спокойненько чувствует себя в миде. Мы видим, крипстат у него 6 на 2. 5 на 1 у Джаггернаута. Более-менее нормально. Прям может себя почувствовать, как Дэнди наравне стоит. Так, на топе. Юбей. Сейчас задует у нас, собственно, Пупей. Проблемы огромные у Юбея. И Аки, извините, конечно же, боже. Аки делает фрестблад. Я тут ошибся по Фрейду. Назвал, собственно, Аки Пупеем. В любом случае, фрестблад делает Аки. Просто в соло выбегает. И счет становится... 1-0. Ну что же, Адмирал Бульдог спокойно дальше продолжает стоять на линии. Здесь мы видим, Лич взял хасту, куда-то убегает снизу. Лода будет пытаться ли убивать Кейкса? Нет, пока все нормально. Ну и мы видим, что ЕГМ так вышел на линию и с Лодой не особо там атакует. Fucker is now playing Dota 2. Можете все пойти его поспамить. Да, Fucker сейчас на параллельном стриме, я так понимаю, с Гатхантом там спасает заболевшего Каспера. И там Speed Gaming играют в доту. Так что смотрите. Очень интересную доту.
Да, ликвиды таки выиграли у ЕГЭ. Тут, да, я получил подтверждение в МИДе. Ничего интересного не происходит. Так что ЕГЭ практически прощается с шансами на выход дальше. А у ликвидов 4 победы и 3 поражения. Что самое интересное, ликвиды сыграли 4 матча в зале и 3 на сцене. 4 матча в зале они выиграли, 3 матча на сцене они проиграли. Кошка волнуется. Кошка волнуется, говорит нам Фаник. В принципе, возможно. Спокойно здесь Лишсель стоит, комментирует. Стоит, комментирует. Шлиссель, боже, что я несу, меня отвлекает здесь люди. Стоит, добивает спокойно крипов. Ну и Адмирал Бульдог, ну блин. Знаете, не могу я серьезно относиться к этой игре, вот как бы я не хотел, ну, чтобы видно, что даже на линиях стоят как-то вот неуверенно и как-то неправильно парни из Pretty Boys Swag. Но тут, правда, да, 20 на 6 против 17 на 3, то есть более-менее здесь ровненько все, но это же все фигня. Здесь Адмирал Бульдог против Слисселя. Все спокойно, ну и... Ничего не происходит на карте, абсолютно. Ждем мы опять-таки вылазки, атаки. Рано или поздно он опять пойдет в чужой лес, убьет Магнуса. Почему бы не здесь под Маг стоять битая? А, ну вот оно что, Михалыч. Не, ну нормально, лесной Магнус. Ни разу не заезженная фишка. Все спокойно. Ну что, S4. Пятый левел скоро будет шестой. У Джиггернаута тоже мы видим. Пятый есть банка. 24 на 5 крипстат. Ну и здесь полетела торнадо, которая очень сильно, я думаю, поможет здесь из 4 мидия. Вот отлично, конечно, здесь атаки. Отличный просто суппорт. Ну вот на топе по-прежнему Патма. По-прежнему Патма проседает здесь от Бульдога. 19-3 Бульдог. 21-8 Патма. Ну и просто торнадо, вы смотрите, как бедного этого Джиггернаута. Барт мало того, что поставил, все равно пол хп у него остается. Ну, шестая минута, только один фраг сделали. И так далее. Тут пишут уже, что творит Магнус. Да, действительно, это очень старая фишка вот этой вот херней. Здесь еще Фурион спокойно фармит точно так же. Ну, это такое. Побежал. Так, ЕГМ. ЕГМ сагрил на себя. ЕГМ нову дал. ЕГМ тут еще сейчас даст люлей, пацанам. Втроем бьет ЕГМ, а ЕГМ. ЕГМ. Колба врывается. Шторм. Минус один. ЕГМ живет до конца. ЕГМ. Дерется ЕГМ. Ах, убирается все-таки ЕГМ. Как было близко. Но минус Кейкс. Минус Лич. Ну, вот так вот. И все поумирали. Мог только что ЕГМ удивить вообще всех, если бы он там ЦМ-ка это еще и выжил. Но, к сожалению, он умер. К сожалению, он умер. К сожалению, он лох. Как сказал один великий мыслитель. Да, тут, кстати, вопрос летал в игре против ДК перед пиком Джиггернаута. Вы не планировали брать Медузу? Планировали? Потому что мы тут тоже, типа... ДК, не вот что вам сказать. Мы тоже, блин, Медуза. Ну, фиго, была бы Медуза, была бы победа. Вернинг смотрит мои реплеи, понимаешь? Конечно. Конечно, смотрит. С 7 лет. С 7 лет. Да, ребят, на Twitch TV / Star Ladder 3 Liquid против Speed Gaming начинается игра. Так что переключайтесь туда и наблюдайте за той игрой. Ее... Так, там стрелу. Не, я думал, поймал Бульдог стрелу, но он не поймал. Мне просто показалось. Слабак был Бульдог. Здесь, кстати, фейзы появились у Джиггернаута. Фейзы банка, 160 голды, больше нет ничего. Ну, по графикам. 2500 голды и столько же экспы ведут Альянс. Все абсолютно просто. Что делает Магнус? Снизу. Кейкс улетает. Здесь же Аке. Стан. Не точно. ЕГМ, кстати, умер от Джиггернаута. Здесь Кайкс пытается убежать и умирает.
Кстати, Джиггернаута в миде 4 разменял. То есть залетел Джиггернаут, убил, собственно, ЦМ-очку, сам умер. Ну и Лода тоже зарабатывает очередной фраг, покупает себе Мидас. Сейчас он к нему прилетит. Кстати, опять-таки Лода покупает Мидас вторым артефактом после Фейзол. Ну, Лода профессионал. Ну, Лода профессиональный. Найкс. 6-6-6. И все у него хорошо. Ну что, Лода продолжает стоять здесь линию. 500 голды у него, мы видим, скопилось на данный момент. Там на топе что? На топе товарищ Зубей. Убежал непонятно куда. Джиггернаут, Борис Бритва. Мы видим, есть у него фейзы, 6 левел. Ну и на S4 он идет. S4, 9 левел. Как? 9 левел просто S4. В то время как 6 Джиггернаут против него. И это при наличии лича. Так, снизу. Снизу Лода с товарищем Кейксом будет разбираться сейчас. Ну, слабо разбираться. Ару! Поймал S4! Чайник! Ну, вот это наказали! Вот это наказали! Наказали! Просто, видишь, пацана. Ну, блин. Красное бей. И так и надо делать. Так и сделали. Самое и правильно сделали, я вам скажу. Ну что, здесь, ой-ой-ой, СМ-ка, колба. Это самый охренительный Джиггернаут, которого я в своей жизни видел. Он, я не знаю, что он здесь делал, но он сейчас будет делать тип-аут. И тип-аут он сделает. Это самое главное. Андрей Глебчепенко передает привет хвост магу. Так, S4, надо влетать на Магнуса и убивать его, вливает, врывается S4, затягивает. Ну и минус Магнус. Я вам напомню, что команда Pretty Boy Swag не просто так пришла сюда поиграть, да? Они выиграли здоровенную, очень продолжительную квалификацию. Американскую, да. Вот так вот. S4 забрал тем временем Tower на топе. Мы видим 1400 у него голды. Есть ПТ, есть банка. Ну и Аки. Аки спокоен. ГМ тоже здесь рядом. За него тусуется. И остается только снизу один Лода. Лода, я думаю, скоро придет пацанам своим. А Лода Рабофеном, 1100 голды, фейзы и Мидас. Более-менее спокойно. Так. S4. S4 пока не стал ни на кого врываться. Просто стоит в миде. Как только появится какой-то джиггернаут, в любом случае, можно ожидать врыв. Или либо одного, либо от второго. Адмирал Бульдог спокойно на топе продолжает фармить. 9 левел, ему вообще никто не мешает. Ну, кого на Pretty Boy Swag вообще сейчас не мешает играть Альянса. То есть Магнус левел 5 на 12 минуте. Ну, S4 на шторме, видим. Спокойно себя разгуливает здесь. Да. Аки, спокойно. Все играют, все вообще происходит спокойненько. Поймали здесь потму, она уходит. Тут сразу ее еще накастовали в спину немножечко. Сидень. 1-0-0 у него. Серьезный пацан. А здесь Магнус заныкался. Взял 6-й левел у Джибея. Все серьезно, мидя. Шторм. Шторм боится, потому что есть ультимейт в любом случае. А вот с ДД уже, я думаю, бояться он не будет. На топе потму можно убивать. Ну, Кейкс. 8-й левел. Главный задрот сейчас будет погибать. Знаешь, он его в липе поймал. А, и добивается. Окей, 4 с ДД. Все нормально, ТП отменяют, к тому же. Очень хорошо. Собственно, 4 в липе засосал потму в вортекс и не дал липнуться товарищу, главному задроту команды Pretty Boy Swag. Молодец. Даже главный задрот не может ничего сделать, поэтому... Да, да, да. Ну, и S4. Стоит здесь Иверсол.
стоял здесь Симберсов, извините. Да, но вы знаете, пока в миде там что-то происходит, в миде убили ЦМ-очку с ульта. Хорошо здесь товарищ Борис Бритва прижарил Crystal Maiden очередной раз. Счет 10-4 в пользу Альянс, по деньгам 10 тысяч, по XP 7500. Здесь все невероятным образом просто. Ну, С4 мы видим, улетает на мой. Отдыхать. 14 минута игры у нас. Ну, понятное дело, что шансов здесь каких-либо нету у команды С4. Это у команды ПБ СВАК. Так, Чен. Соло сейчас будет убивать Лича. Не убил. И Лода здесь убегает. А почему Лода убегает? А почему Лода убегает? ЕГМ, Новый год! И просто вся команда умирает. Хо-хо-хо-хо-хо! Сколько дэмэджа он там внес, а Лода все это время убегал. Лода нанес 0 дэмэджа. Да, Лода, конечно, что-то абсолютно непонятное здесь делал. Он мало того, что убегал, убегал, убегал. В итоге он еще и к тому же там ворвался, кстати, С4. Пацанам лица поразбивал. А вот Лода мало того, что никого не бил, да еще и к тому же наполучал от чайника Лича. Ну и Саши Яшу будет собирать. Леда, Леда, Ледочка. На самом деле он Living Legend, поэтому не знаю, что это. Бывает, бывает. Он же твой лепший друг, не? С ним футболками менялся. Он нормальный тип. Ну, это ж не спорят. Ну, что виноват, что он играть не умеет. Это что-то такое. Леп тоже вроде как нормальный парень, но типа ты видел, да? Так, ребят. Меня тут начинают уже разные товарищи добавлять в группы разные, поэтому я, пожалуй, выйду в оффлины. Тут тем временем у нас драка какая-то. А, ну, как драка? Убили пацана. Инфест-бомба сработал наконец-то. Фаст бутерфляй называется. Нет. Ну. Фаст рефреш? Так, там, кстати, куру убили. Бывает. Радианты потеряли свою курицу. Там была мека. Сейчас со злости надо убивать. ЕГМ поймали Лича. Лич умирает. С4 поймал стрелу. Здесь разлом. Взорвался. С4 просто наказал его. Море бритва. ЕГМ. Форстап. Здесь бульдог. Рядом со всеми. Хил. Палка стоит. ЕГМ. ЕГМ. Колбу дай. ЕГМ. Жить. ЕГМ умирает. Здесь слипи пятеро. То есть четверо. Чен пришел умирать. Или убивать. Но в любом случае 2-2. Так, тут погоня. Погоня за Патмой, у которой нет липа. Ого. Чакрам внезапный. Патма дерется. Магнус. Ульт. И Шоквейв. Ну. Ванды по Джубею. Джубей тоже умирает. Трипл килл сделал Лаки на Чене. Просто трипл килл. 5-0-6. Отличная игра. Ну и 18-6 счет в пользу команды Альянс. Это матч Шторм. Я думаю, в кого тоже врываться. Вечно он с ДД. Уже раз пятый, наверное, взял руну ДД. Dire's middle tower is under attack. Так, ДД теперь выглядит. Нет, это Overload. Overload. ДДшка не поменялась, по-моему. ЕГМ 8 левел, транквил тапки и урна, больше ничего в миде. Лода. Лода сгрызает Т1. Методично. Ну и это третий тавер. Четвертый, извините, тавер для Альянс. И на Т2 пора, наверное, идти. Напомню, что Альянсам еще играть против ЕГЭ, которые уже, в принципе, все шансы потеряли. И понятное дело, что, учитывая, что обе команды одной организации принадлежат, можете квартиру на Альянс ставить, которые еще шансы не потеряли, а ЕГЭ уже потеряли. Так, ну тут два пацана идут искать третьего. Покурить отошел, попасть. Никого мы играем.
Это был профессиональный фраг, очень классный фраг. Браво, мне очень понравилось. Особенно исполнение, то, что надо. Да, Патман думала, что ее не увидят. Ну что же, Аки по-прежнему видим в лесах. У него уже давным-давно есть мека, он же 2000 собрал, просто мека в мертвой курице. По-прежнему напомним, что сейчас сразу прилетит полагонима к Аки. Ну а здесь мы форстав, БКБ собирает бультов. Очень жесткий. Где Лода? Лода снизу, Лода с Энджин Яши, ну есть много денег. S4 тоже БКБ собирает. S4 сейчас только что кого-то убил? Без БКБ тут не разобраться. Причем никак. Бульдог, давай, в атаку, ребят. Позиция. А Магнус-то с тремя веточками. Так. Давай, братуха. Оле, ола. Припрети, бой, свак. ТП. И Джаггернаут. Разлом. Профессийный играч в доту. Почти попал бульдог разломом. Бывает. Ну что же, Лода здесь уже возле Т2 Тауэра. Последнего на карте забирает его сейчас вместе со своими тиммейтами. Ну, 20 тысяч по деньгам и по XP. Мы понимаем, что... Что прийти бой с Глеб. Ну и Рошана еще заберут Альянс. Ну и потом уже, наверное, пойдут заканчивать. Если только не заберут Рошана. Доедал. Купил Лода. Ну еще чуть-чуть осталось. Ароу залетел в крипа. Прити Бой Свак, конечно же, будет сидеть на сцене до конца. Они же на сцене. MLG. Против чемпионов мира. Привет, Кейкс. Ну, вы знаете, мы любим такие игры комментировать. Там еще есть наша любимая команда Тунг Фу Каша. Ну что, Т3 Тавр миди падает, Альянс его забирает. Нет, С4 опять поймал стрелу. Хвостом прикинулся. О-о-о-о, Борис! Вот так вот Борис заканчивается. Там чайник полетел от Лича. Ну и это минус 4 моментально. А может минус 5, да, минус 5. Чайник продолжает летать. Альянсам пофиг. Ну и добивает они бараки. Все спокойно. Все нормально. Можно сразу идти на Т4 или будет все-таки ломать еще низ, вверх и так далее. ГГВП. ГГВП. Ну и, если честно, слава богу, что закончилась эта игра. Да, следующая игра на сцене Na'Vi Fnatic, но она начнется по расписанию в 7:30. То есть это через 50 минут. И это будет пауза.